Около миллиона жителей Газа скопились в южные границы сектора, среди них около 1000 граждан России и стран СНГ. Москва прорабатывает с Египтом и Израилем вопрос открытия для них КПП «Рафах». По данным СМИ, сам Египет не хочет принимать палестинских беженцев и предлагает Европе забрать их себе. В самой Газе в результате бомбардировок погибло уже более 3000 человек и 11 тысяч ранено. Президент Байден отправляется в Израиль с визитом солидарности. Ранее Вашингтон выступил за уничтожение Хамас, но при этом поддержал идею существования палестинского государства, высказался против израильской оккупации Газы. Накануне Путин в разговоре с Нетаньяху осудил любые действия, из-за которых страдает гражданское население. Насколько и в чем схожи позиции Москвы и Вашингтона? Байден летит в Израиль. Во время его визита операции в секторе Газа не начнется. Это утверждает немецкое издание «Шпигель». Президент США прибудет в Израиль 18 октября, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Во время поездки американский лидер намерен обсудить способы доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, но так, чтобы Хамас не смог поставлять по этим каналам оружие. Как пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на двух американских чиновников, США не объявляли о визите Байдена до получения от израильских властей согласия на оказание гуманитарной помощи сектору Газа. После американский президент посетит Иорданию, там запланированы встречи с лидерами Иордании, Палестины и Египта. О целях Байдена рассуждает политолог, доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис. Байден, судя по всему, летит, чтобы не только поддержать Израиль в его намерении осуществить военную наземную операцию, а, наверное, все-таки попытаться смягчить ситуацию и, возможно, даже отговорить от военной операции. Здесь есть очень важный, крайне существенный фактор, очень острый для нас. Слишком большое количество в заложниках находится наших граждан и наших военных, как военнопленных, так и тела погибших. Поэтому без военной операции, скорее всего, не обойдется. Только в одном случае эта операция может быть отменена, если произойдет чудо. А чудом будет являться в ближайшие дни, сутки или недели, Хамас добровольно в одностороннем порядке отдаст всех военнопленных, всех заложников и передаст нам тела всех погибших израильтян. Я в это не верю, это из ряда фантастики. У Байдена есть целый ряд рычагов давления на Израиль. Первое, самый главный, самый основной, это материальная помощь. Израиль не сможет выстоять серьезную войну, широкомасштабную, не больше, чем максимум год. Тем более, если будут целые ракеты, но это все может перейти на следующий уровень. Хизбалла перейдет к использованию ракет, тогда уже начнутся полномасштабные боевые столкновения на севере. И здесь тоже Байден может использовать это как рычаг и сказать, в принципе, я могу вам либо вообще не помочь, либо дать вам только ограниченную помощь военную, если вы столкнетесь с Хизбаллой. Поэтому своего рода поубавьте свои аппетиты. Саймон Ципис, израильский политолог. Палестинский Минздрав обвинил израильскую армию в авиаударе по больнице в Газе, в результате которого погибли от 200 до 300 человек. Аль-Джазира пишет как минимум о 500 погибших. Армия Израиля после сообщения о попадании ракеты в больницу в Газе проводит расследование, связывает инцидент с неудачным запуском ракеты «Хамас», сообщает израильское телевидение. К южной границе сектора Газа переместились около миллиона жителей, включая около 1000 граждан России и стран СНГ, сообщил российский посол в Израиле. Российская сторона сейчас прорабатывает с Египтом и Израилем вопрос открытия КПП «Рафах» на границе с Газой. 13 октября власти Израиля заявили, что более миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа. После израильская сторона признала, что на это может понадобиться больше времени. Об обстановке в Израиле мы поговорили с жителем Нетании, певцом-участником бит-квартета «Секрет» Максимом Леонидовым. Безусловно, израильское общество, оно очень разное. До этого момента, до этой атаки, в нем был довольно сильный раскол. И общество так устроено, что в моменты вот таких вызовов все разногласия политические, они уступают место какой-то единой воле, единому порыву и единой цели. Понимаете, когда на кону стоит существование государства, тут уж не до разногласий. Конечно, израильское общество готово и поддерживает решение проводить наземную операцию в Газе. Вот это нападение утром 7 октября вас застало в Израиле? Да, я был в Израиле, я и сейчас в Израиле. Загадка, как такое могло произойти, но, видимо, расслабились, прошляпили. Почивали на лаврах самой боеспособной армии в мире и самой лучшей разведки и, в общем, пропустили это нападение. В секторе Газа много жителей мирных, которые, я так понимаю, не совсем разделяют вот эту вот позицию Хамаса и не совсем их поддерживают. Я, честно говоря, не очень в курсе, кто там поддерживает, кто не поддерживает. Я знаю, что, к сожалению, вся программа воспитания молодежи, общий вектор пропаганды, он единый, и он настроен на то, чтобы
Ну, он воспитывает людей в ненависти к Израилю, в ненависти к еврейскому народу. Сейчас нечего миндальничать, понимаете? Когда речь идет о выживании, к сожалению, какие-то жертвы, видимо, будут. Хотя израильские военные, как всегда, предупреждают людей о том, что начнутся боевые действия, предупреждают людей, что самое время сейчас эвакуироваться. Все эти протоколы соблюдаются. Видимо, наземная операция все-таки будет. Многие ли вот сейчас возвращаются? Вы знаете, очень много народу прилетает обратно в Израиль, особенно те люди, которые военнообязаны. Безусловно, ждать от детей, женщин, стариков возвращения в Израиль в эти дни абсурдно, хотя многие приезжают. Но я бы на их месте не приезжал. Израильтяне очень и очень сплочены, оказывают всевозможную поддержку как беженцам с югу, так и фронту. Поэтому везде пункты помощи фронту, везде есть сборы пункты помощи беженцев с юга и так далее, и так далее. Максим Леонидов, житель Нетании. Ранее власти Египта отказались принимать беженцев из сектора Газа. Financial Times пишет, что руководство страны очень зло из-за давления по этому поводу со стороны западных стран. Король Иордании Абдалла II также заявил, что страна не может принять палестинских беженцев. Этот вопрос является для королевства красной линией. Израильский журналист Марк Котлярский уверен, что США поддержат любое решение Израиля в контексте текущих событий. Как видят в Израиле, будут ли США поддерживать страну, даже если она начнет операцию? Безусловно. Об этом говорят не только официальные лица израильские, но и американские чиновники всевозможные, высокопоставленные из Белого дома. И в частности, сейчас в Израиле находится ими министр обороны Ллойд Остин и начальник штаба Центрального командования Соединенных Штатов Америки, вчера появился генерал Марк Милли. Они говорят, что Израиль имеет право на самооборону, на самозащиту и на ответный удар в связи с резней, которую устроил Хамас. И они в любом случае поддержат решение Израиля, какого не было принято. Как бы версия, и это озвучено в нескольких вариантах самых разных американских чиновников, мы это все слышим. А есть ли в обществе запрос на ввод войск в Газу? Действительно, был опрос, причем было опрошено где-то порядка 1,5-2 тысяч человек. Примерно 59-60% респондентов высказали за проведение наземной операции. Марк Котлярский, израильский журналист. Президент Франции Макрон планирует посетить Израиль в ближайшие дни, пишет израильская пресса. Ранее Хамас опубликовала видео с заложницей, гражданкой Израиля и Франции Мии Шам. 16 октября Владимир Путин впервые с начала войны Израиля и Хамас созвонился с Бениамином Нетаньяху. Как сообщил Кремль, президент выразил соболезнования и осудил любые действия, из которых страдает гражданское население. Путин рассказал Нетаньяху о своих переговорах с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии, о том, что делает Москва для предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Нетаньяху ответил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный потенциал Хамас, сообщили в канцелярии премьера.